Криминальные разборки в Володарском районе. Один человек убит, подозреваемый тоже ранен, но после больницы был отправлен в следственный изолятор. Все произошло у местного кафе «Бездна», куда убитый был вызван на так называемую «стрелку». Убили его, пырнули ножом. Бандит, в общем, одним словом. И тот сидел в тюрьме, и этот сидел в тюрьме. Нет. Неблагополучные ребята были, да, со школьной скамьи. Что да. тут? Вот в Ильино, там это кафе, гуляли на 8 марта в ночь, гуляли. Вроде этот парень-то, вот Князев, который его зарезал, вот, и вызвали вроде его туда. И вот он туда приехал, ну, кто, разборка началась, значит. Обвиняемый нанес не менее 3 ножевых ранений в область грудной клетки потерпевшему. Потерпевший был доставлен в больницу, и в больнице уже скончался от полученных телесных повреждений. Здравствуйте. По поводу Андрея Машарова. Мы ничего не будем комментировать. Сын у меня ничего не соображает, его тоже отбили как следует. Да его забрали, его тут из больницы увезли туда сразу. И что он там не соображает ничего? А чем занимался ваш сын? В смысле? Работал где-то? Ну, работал неофициально, работал. Где? Он очень хороший сын, он очень хороший человек. Только я теперь доказать это не смогу, что он там ни при чем. Его обнаружили на месте происшествия, он был задержан очевидцами, которые пресекли его действия после того, как он нанес потерпевшему ножевые ранения. Я не могу говорить ничего. Что это не он, что его подставили. Я вот верю в это больше всего, я мать. А так не он не мог мой сын убить, не мог.